Каждый день теплоход 850 лет Москве соединяет Химки со столицей. Всего 30 минут, и вы на Северном речном вокзале. 8 рейсов ежедневно, без выходных и праздников. Вместимость теплохода довольно-таки комфортная. Это 150 пассажиров, что позволяет с удобством добраться до столицы. Теплоход – это отличная альтернатива автобусу и метро. Речной трамвайчик не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. Так что желающих здесь всегда много, даже в будний день. Здравствуйте, мне один билет до Северного речного вокзала. Оплатить проезд можно по тройке или банковской картой. Спасибо. Максим Монкин живет в Химках. Говорит, что в такую жаркую погоду поездка на теплоходе – это самый лучший вариант. И всей семьей они решили впервые прокатиться этим маршрутом. Это просто ближайшее место, где мы могли бы сесть, чтобы не ехать где-то там в Москву. И узнали вот через интернет, что есть такая прогулка. Хороший теплоход, достаточно большой, вместительный. И видно, что недавно отреконструированный. То есть все чистенько, хорошо. Еще хороший ветерок такой дует, легкий. От причала Химки до Северного речного вокзала теплоход курсирует третий сезон. С каждым годом популярность этого маршрута только растет. Как рассказывает капитан теплохода, среди пассажиров есть и те, кто ездит с ними постоянно. Люди ездят как просто по маршруту, кто на работу, кто куда, и также ездят просто прокатиться, берут билет туда-обратно. Ежедневно на теплоходе трудится команда из 4 человек. Матрос Илья Гречинец в профессии не случайно. Он мечтал работать на теплоходе. И несмотря на небольшой опыт работы, он уже награжден почетным знаком. В обязанности матроса входит контроль за чистотой на теплоходе, швартовка теплохода, его техническое обслуживание. Для того, чтобы вступать в штатную должность на теплоходе, необходимо иметь возраст не менее 18 лет, проходить специальную подготовку, сдавать экзамены. С борта теплохода открываются виды на баскетбольный центр, арену Химки, Бутаковский залив, парк Северная Тушина и другие красивые места. Желающие укрыться от дождя, сильного ветра или летнего зноя могут разместиться здесь, в закрытом салоне. Места на нижней палубе отлично подходят для деловых встреч. Пассажиры могут заказать кофе и присесть за стол. Но любимым местом путешественников является открытая палуба. Именно отсюда открываются панорамные виды. Понравились виды на Химкинское водохранилище и на начало канала Москвы. Теплоход 850 лет Москве пользуется спросом среди химчан и гостей городского округа. За день желающих прокатиться достигает до 2000. Кто-то ездит этим маршрутом на работу, а кто-то просто отправляется в путешествие. И поверьте, круиз всего за 30 минут вам уж точно обеспечит хорошее настроение. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.